Ребята, нас завалило, мы на даче. Смотрите, что, откапываемся. Вот мы были 3 января. Мы весь снег очищали. Смотрите, что творится. Мы с домика очищали. С сарайки очищали. Тут мы немножко откопали, зашли. Вот что творится. Сейчас я буду печку растапливать. О, печечку затопили. Здорово. Налили чай. Будем пить. Все, горит. Горит, горит. Ой, а здесь у нас так. Вот так. Вроде ничего, плитка не отлетела. Нормально. Хорошо. Сейчас в домике нагреется. Так, пойдем работать. У меня здесь цветочки стоят. Ой, я уже не помню, что у меня здесь за цветы. Сухоцветы. О, смотрите, как здорово. Ой, как здорово. Все. Пусть горит. Сейчас крышечкой закрою. Смотрите, что у нас тает. С автобуса. Вот что. Все, домой приехали. Вот что. Солнышко. Солнышко. Сейчас зайду в магазин. И все. Погода у нас прекрасная. Я зашла в Магнит, купила куриного филе. Вот сейчас я его, ну, как бы тушу с это. Сейчас покажу. Спагетти отварила с овощами замороженными. Я туда бросила. Ой, наверное, ничего не видно, да? Я сюда бросила болгарский перец, горошек зеленый, помидоры. Посмотрите, какая красота. И со спагетти. Миша кашу гречневую, дедушка, наверное, тоже будет кашу. Спагетти я уже отварила. Короче, вкуснятина. Погода у нас прекрасная. Прекрасная. Мише купила. Это взяла фиников, попробуем. Вроде мягонькие такие. Купила сок без сахара. И купила вот такой батончик. Тоже без фруктозы и сахара. Ну, пусть попробует. Что-то хочется ему все равно. Тут достала творог. Не знаю, собаке отдать, что ли. Вот. Так что вот такая вот красота у нас на улице. Сейчас будем обедать. Сейчас положим спагетти. Вот так вот. О! Я ее разогрею в микроволновочке. Подливчик у нас горячий. Так, это у меня разогрелось. Сейчас я положу нашу курочку с овощами. Все.
не видно будет. Все. Вот такая вкуснятина. Я, конечно, не очень курицу люблю. Хочу. Ну, немножко поем. Ну все, всем приятного аппетита. Кто кушает? Горячее, все у меня горячее. Так, вы уж извините, но я по-домашнему. Подливчик хорош. Очень выручают овощи зимой. Тут уж ничего не скажешь. Хоть что приготовишь. Ой. Я люблю спагетти с сыром натереть. Вот спагетти с маслом, сыр сверху. И мяса не надо. Вкусно. Тут ничего не скажешь. Я сюда паприки положила. Перчик. Чесночок. А, да, у меня приправка же. Чесночная. Ой, приправка соль. С приправками. Ее. Что я еще сюда положила? Забыла, хотела посмотреть цветную капусту в магазине, замороженную. Вкуснятина, друзья. Ничего не скажешь. Я проголодалась, поработала на даче. У меня, конечно, усталость такая приятная. Приятная усталость. Ну ладно, буду прощаться с вами. Желаю всем здоровья. Самое главное здоровья. Все будьте здоровы. Всех благодарю, кто заходит ко мне на канал, кто подписывается ко мне за лайки, за комментарии. Всем огромное-огромное спасибо. Мне очень нравится читать комментарии. Делитесь, что вы кушать варите. Как варите. Какие-то советы, я прислушаюсь. Все, буду лопать. Всем пока-пока. Очень вкусно. Пока, мои дорогие.